все быстрей. Стала школа на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не будем грустить зря. 125 лет, отданных детям. Развитие и обучение в строгости и любви, забота и наставничество, труд и творчество. Здесь получили образование тысячи жителей деревни. Стуловская школа в числе лучших в Кировской области. Победа для ребят – привычное дело. Ученики, наши выпускники поступают в лучшие учебные заведения области и региона, побеждают в различных конкурсах, областных и российских олимпиадах. Но школа живет, она развивается. То есть это настоящая семья, потому что многие из педагогов общаются с сотрудниками, с учениками больше, чем даже с членами своей семьи. 40 лет школа работает в здании на улице Трактовой, 33. Сейчас здесь ждут капитального ремонта. А кадровый голод, который стал характерен для системы образования в целом, здесь уже утолили. За последние годы в школу пришли работать 7 педагогов. Ветераны бережно передали в их руки свои начинания и опыт. Запоминается это вот именно они маленькими, совсем малышами. И иногда даже вот сейчас вот уже некоторых не узнаю. Если не поздороваются, то странно даже, вот, что не узнала. И вот приходится даже так уточнять, с кем учился там или еще чего-то. Ну, это редко бывает. Чаще всего только улыбнется, и сразу понятно, кто это. Вся жизнь была яркая. Работа у нас очень интересная. Призываю всех ребят, которые еще ищут свой путь, идите в школу работать. У нас самая хорошая профессия. Поздравления, пожелания, добрые слова, награды. Школьный день рождения традиционно торжественен и трогателен. Мою любимую школу. А это для меня любимые учителя мои, моих детей, учителя школы. Это для меня школьники сегодняшние и вчерашние. Это мои одноклассники. Это родители. Для меня это все школа. Любимую школу я поздравляю с юбилеем. Пусть школа наша процветает дальше. Успехов, новых побед, понимающих родителей и успешных учеников. Ни разу не было желания перейти в другую школу. Прекрасный коллектив, очень добрые, отзывчивые дети и понимающие родители всегда держали меня вот в этой школе. Так, эта школа связана тесно с моей семьей. У меня в этой школе отучились сын, дочь и уже 4 внука. Они учатся уже все в среднем звене, один уже закончил школу. Ну и сейчас работает на моем месте моя сноха. Юлия Леонидовна Аркчеева – это сноха, которая встала вместо меня у школьной доски. Поэтому сказать, что школа – для меня это все. История школы началась в далеком 1898 году с Земского народного училища и его единственного педагога Елизаветы Афанасьевны Титовой. Сейчас заглянуть в прошлое позволяет школьный музей, который, к слову, переводят в онлайн-формат. Так что зайти в музейные залы здесь можно будет дистанционно.